двигаться дальше, еще лишь попробовать. Привет, привет. Я не хотел бы сделать больше. Если мы любим один раз, так спасибо Боже, что шрам будет лишь на сердце, не один на коже. Желайте тебе рибалочки, а риски, подписки на небо, каждый день по 50 переписок. Барменом, главным друг, любокал, оптимизм, удачу. Привет, печенька. Денис, привет. Привет. Знаешь, что? Что? Как дела? Все супер, все хорошо, как ваши дела? Здравствуйте. Денис, я самый счастливый. Что у тебя произошло? Что ты самый счастливый? А, как день прошел? Никак, если честно. Ничего не делала. Я убрала вещи свои. Разбирала вещи. Вот, в квартире убралась. Все, я лежала очень долго. Артём, привет. Как твои дела? Вот, честно, вообще, типа, спала очень долго. А очень ночью часто просыпалась. Вообще, сны какие-то дебильные снились, если честно. Кто к нам зашел? Михаил. Михаил, когда у нас уже состоится батл? Максимально. Единственное, что хорошо в этом году, это то, что я постоянно в дороге. Ну, мне это нравится. Ты такая милая, спасибо большое. Привет, привет. Прошло? Нет, печенька. Ты много написала? Печенька, пиши на английском. Виктория, здравствуйте. Потапайте, пожалуйста, по экранчику. 6 человек. Активненько тапаем. Ой, сейчас я из проблемки разберусь, сделаю. Привет, привет, Виктория. Я в этом году появилась в твоей жизни. Не нравится? Нифига себе, да ямочка. Денис. Расскажите, пожалуйста, как у вас проходит этот год? Честно, у меня как-то, как будто бы что-то я делаю не так. Сегодня. Интересно, какие чувства с ней есть, да? Год вообще не... Ну вот, тоже, вот как-то, как будто бы... Хотелось бы что-то по-другому. Артемий, привет. Тапьте, пожалуйста, по экранчику, давайте сделаем 5000 лайков. Быстренько, быстренько. Да, какой-то он, ну, хотя казалось бы, да, он должен быть наоборот, очень такой интересный, веселый. Артемий, здравствуйте. Но он... А, кофту купила такую кофту? А, я в Минске покупала ее. В Минске... Ну, я не помню, в каком магазине. Как будто бы она должна быть, было быть все не так. Ой, спасибо. Спасибо большое. Ну да, Миша, я с тобой согласна. Сидеть в эфире и не отвечать, значит, я опять уснула. Я поняла. Главное, что живы и здоровы. Не, на самом деле это понятно, что, ну, все живы, все здоровы. Ну, как-то скучно, надо что-то разнообразие как будто бы. А что за клончик? Клончик тоже в Минске покупал. Ну, а знаете, что я вам скажу? По поводу, вот, Миша, я тебе скажу по поводу года и всего прочего. Все зависит от нас. Нет кого-то другого.
мы сами себе придумываем какие-то приключения. Лена, спасибо за подписку. Я покупала, я уже думала, у тебя приедет. Все, поздравить. Спасибо. В смысле? Ну, от нас много зависит, на самом деле. Ну, реально. И мне кажется, к каким-то вещам надо относиться попроще. Ну, намного проще, на самом деле. Ну, вот, ты, Миша, вот то, что от нас не зависит, пусть вот оно как идет, так и идет, типа, своим чередом. А то, что от нас зависит, ну, мы можем исправить в лучшую сторону себя. Понимаете? Лайки, тапом-тапом, активненько, активно. Умнички, Денис, молодец. Печенька, умничка. Настюша, я ушла позже. Хорошо, хорошо вечер тебе. Сегодня что еще, суббота или воскресенье? Короче, я расскажу. Я не знаю почему, но у меня в последнее время страх того, что мне звонят домофон, когда я одна дома. Завтра будет лучший день, ведь ты будешь потерять. Сегодня с Ксенией. Супер. Я не знаю почему, но мне всегда, когда в домофон звонят, и я знаю, что никто не должен прийти ко мне или еще что-нибудь, мне всегда так страшно. И прям вот сердцем это колотится. Что? Сегодня? Ой! А, все, фу, ты меня напугал. Привет, ты супер, спасибо большое. В августе же. Что в августе? РБ был уже. Привет, Ваня, привет, не переживай. Я испугалась, Коль, реально. Я думала, я маму не поздравила, потому что это бед. Занимайся. Сегодня я попросила? Прекрасно выглядишь, спасибо. Если мы еще активненько потапаем, то вообще будет супер. А все поздравили? Ой, блин, в мае. Какое в мае? В октябре, 14 октября. Сегодня. В России позже, чем у нас. А, ничего себе. Ну, все... А все поздравили свою маму? И вы бы знали, как это сложно, парни, без мамы. Доброе утро. Да, доброе. Сергей, здравствуйте. Извини, спасибо за лайки. Миша, а что ты сегодня делаешь? Чего ты не уходишь в эфир? Как выходные пришли? Я же работаю 2 через 2, у меня только сегодня первый выходной.